утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Доброе утро! Сегодня к нам придет Юля и принесет новую сказку. А я уже здесь. Ой, Юля! С праздником вас, мои дорогие! С крещением Господним! Юль, а ты нам сегодня сказку расскажешь, да? Ну, конечно! Сегодня такое сказочное утро! Итак, слушайте. Жил-был в одном королевстве счастливый король. Да-да, не удивляйтесь, он действительно был очень счастливым. Хотя не было у него ни золотых дворцов, ни большой армии, да и особенных сокровищ тоже не было у этого короля. Рад я, что есть у меня в королевстве солнышко, облако, радуга, небо. Вовсе не нужно мне денег и славы, были б друзья и достаточно хлеба. Счастьем у подданных светятся лица, в каждом саду заливаются птицы. Действительно, у этого короля было много друзей. Вернее сказать, все жители королевства были его друзьями. Каждое утро король обходил свои владения, и для каждого у него находилось доброе слово. Доброе утро, наш любимый король. Рад видеть тебя. И тебя приветствую, добрый крестьянин. Хорошей тебе работы. Приветствуем тебя, король. Как здоровье? Спасибо, у меня все в порядке. И тебе не болеть. Очень завидовали счастливому королю его соседи. И вот как-то раз приехал в гости к нему правитель соседнего королевства. Послушай, сосед, да как же так? Нет у тебя никаких богатств и сокровищ. Разве можно так жить королю? Как видишь, живу. За что только любят тебя все, а? Да сам не знаю, но все, как видишь, довольны жизнью. Это верно. Крестьяне у тебя обрабатывают землю, и она дает богатый урожай. Ремесленники шьют башмаки и картузы, и они гораздо лучше, чем те, что шьют в моей стране. Расскажи, а как ты управляешь своей страной? Да очень просто. С утра я раздаю приказы всем подчиненным. Днем по улицам города проходят мои солдаты и бьют палками тех, кто не работает. А вечером я устраиваю смотр всего, что сделали мои подданные. И нравится тебе их работа? Да в том-то и дело, что нет. Пекари пекут пересоленный хлеб, сапожники шьют негодные сапоги, художники и те рисуют ужасные картины. Ну а когда ты в последний раз приветствовал своих подданных или благодарил? За что? За дырявые сапоги и унылые картины? Ну уж нет. А ты попробуй хотя бы однажды и перестань отправлять в город своих солдат с палками. Пусть они займутся своим делом. Охраняют границы королевства. Долго думал правитель соседней страны, но однажды решился, вышел на балкон своего дворца и сказал своим подданным: «Доброе утро!» В этот момент даже небо стало чуть светлее, а жители подумали: «Что это? Нашего короля как будто подменили!» «Ну что ж, и тебе доброго утра, король!» Приятно, когда с утра тебе скажут добрые слова. С ним и работа спорится. Днем по городу уже не ходили солдаты. А вечером королю принесли вкусный хлеб, добротные сапоги и прекрасную картину. С тех пор и этот правитель понял, что для короля важнее не сокровище,
а любовь его жителей. И этот король, по примеру своего соседа, стал каждое утро приветствовать своих подданных и во всем им помогать. Друзья мои, не нужно королю ни серебра, ни злата. Любовь и дружба среди людей дороже всех богатств. Вот такая сказка. Да, замечательная сказка. А пойдемте в лес на прогулку и тоже будем всем-всем-всем-всем говорить добрые слова. Пойдемте. Но сначала нужно с ребятами попрощаться. Да. До свидания, ребята. До свидания, мальчики и девочки. Всего вам доброго, друзья. И храни вас Господь. Доброе братство лучше богатства. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день.